Так, друзья, сейчас я иду от нового автовокзала. Значит, по городу Пхукет Таун к тому месту, где останавливаются голубые автобусы, идущие в сторону пляжа Раваи. Вот, друзья, идти около 5-6 километров. Но хоть пройдусь, посмотрю город не из окна кондиционированного салона такси, а вот чисто вот так вот, пешочком по обочине дороги, так скажем, по трэшу, поугарать. Блин, 1 января 2019 года. Январь, друзья, а солнце печет, вообще ужас. Еще у меня есть мыслишка в голове взять Сонгтео. Сонгтео — это такой пикап, переоборудованный, типа вот такой в мини-автобус. У него там в кузове пикапа две лавки. Сонгтео, две лавки по-тайски. Вот. То есть справа лавка и слева лавка. Называется Сонгтео. Вот, я думаю, может ее взять, прокатиться. Но там нужно торговаться. А он мне тается, если назовет цену, то я просто язык в жопу засуну и не смогу возразить и торговаться. Блин, я вообще торгаш никакой. А в этих, в голубых автобусах, они забиты местным населением, ну, под завязку. Там просто жесть, как селедки в бочке, грубо говоря. Вот, а мне, такому рослому, большому европейскому, русскому человеку, в общем, там будет не очень, так скажем, комфортно. Поэтому не знаю. А добираться до этого пляжа Раваи от Пхукет Тауна где-то около километров 30-40, кажется. Hello, hello. Вот такие дела. Ладно. Думаю, уже этой ночью я буду ночевать в гостях у женщины, в общем, нормально все будет, помоюсь. Жарковато, да, для января, конечно, да.